Сегодня у жителей села Суш радостное событие. Открывается новый современный детский сад. Новое дошкольное учреждение примет больше 40 детей. Здание старого дошкольного учреждения было возведено около 30 лет назад и уже не отвечало требованиям безопасности. Новый детский сад начали строить 2 года назад по национальному проекту «Демография». Нужно ключик подобрать. Ключик этот непростой. Ключик этот золотой. Сегодня мы открываем двери для наших детишек, для нашего села, для нашего коллектива. У нас в садике 2 группы разновозрастные. Это получается от 1,5 до 3,5, от 3,5 до 7 лет. На открытии детского сада присутствовали представители Министерства образования и местные власти, которые поздравили жителей села с открытием долгожданного дошкольного учреждения. Желаю дорогим нашим детям получения хороших знаний в таком красивом здании. Новое здание оборудовано всем необходимым, что нужно для воспитания современного ребенка. Всего в штате 12 человек, 2 воспитателя, 1 старший воспитатель, 2 нянечки, остальные техперсонал. В прошлом году глава региона Владислав Ковалых выделил финансирование на покупку мебели и прочего оборудования детского сада. Данный проект мы провели в течение 3 лет. И в этом году мы уже вводим эксплуатации. Хочу поблагодарить всех, кто занимался строительством детского сада. В первую очередь это правительство Республики Тыва и наш Кожун. Дети с нетерпением ждут, уже подглядывают ворота нашего детского сада. Благодарим всех строителей и всех застройщиков нашего сада. Новые детские сады – это культурное событие в жизни не только села и района, а всей республики. Всего в этом году возведено по современным технологиям 3 дошкольных учреждения на территории региона. Еще 5 на стадии строительства. Алдана Исаева, Буяноюн, Азамат Очур, Тува-24.